Привет всем! С вами канал The Big Lady of the Small House. И сегодня у меня цветение Orange Queen. Изящные мелкие цветы. Такого красивого терракотового цвета. С красивой выраженной яркой звездой очерченной. Красивое жилкование, зеленое горло, звезда зеленого цвета. Ну и тычинки трехцветные, да. У основания они салатовые. В центре они белые, ближе к пыльникам они такого красивого оранжево-таракотового цвета. Такой персиковый цвет, скажем так. Вот. Луковка слабая, поэтому выдала всего два бутона. Думаю, на следующий год, после того, как она откормится, она покажет себя во всей красе. Как получала ее в прошлом году летом, и луковка была откровенно слабая и больная. То, что я даже удивилась, что она цветет. Вот такая вот она мелкая. За лето ее подкормлю как следует. И на следующий год увидим всю красоту. С изнанки она чем-то похожа на рилону. Вот этой оранжевой буроватой полосой. Салат с буром. У основания завязи темно-зеленые, ножки с напылением восковым, уже свет темно-зеленый, но напыление его немножко сглаживает. Вот такая вот прелесть. Это Orange Queen. Сами видите, цветок не очень большой, где-то порядка 10-12 сантиметров в диаметре. Лепестки заворачиваются очень красиво, с рюшечками, фолдит красиво, вот, заломы всякие, рюшечки. Удачного всем дня, пока!